Пока что погодные условия не позволяют ивановцам насладиться обычными зимними радостями. В городе открыто несколько катков, но практически все они пустуют. В надежде на скорое потепление представители молодежной администрации запустили новый проект – «Ледовая школа». Ивановские волонтеры, в том числе воспитанники спортшколы «Спартак», в течение зимы будут обучать всех желающих искусству катания на коньках. Причем делать это будут абсолютно бесплатно. Единственное условие – коньки у желающих научиться должны быть свои, иначе их придется арендовать в пунктах проката. Какое мероприятие спортивной массы проводится у нас в городе впервые. Впервые оно организовано, поэтому родители могут быть абсолютно спокойны за своих детишек. Ледовая школа для детишек от 7 лет и младше и от 7 лет и старше. Занятия проводятся бесплатно, каждое воскресенье. С 12 до часу для детей от 7 лет и младше, и с часу до 2 от 7 лет и старше.